Пицца от церкви впервые. вот, вот это Себя, а защищать правду больше. Это классическая история. А люди премия стал Антиох Эпифан. Позвольте мне рассказать, где я сейчас живу. Коротко, я живу в Балтиморе, штат Мэриленд. Так что я недалеко от Вашингтона. От моего дома до Белого дома один час езды на машине. Вашингтон, Д.С. Вашингтон, и Вашингтон, он шикарный город, красивый. Если у вас когда-нибудь попадется возможность, используйте ее и посетите этот And город. Pray for our и, пожалуйста, молитесь за нашу страну. We need it. Um, у нас большая нужда. Uh, now I've been for 40 years. Я уже жена 40 лет. 40 лет. И наше супружество это доказательство того, что Бог продолжает творить чудеса сегодня. Amen. Аминь. Uh, И в июне uh, 14 будет 41 год нашей семейной жизни. And my wife and I, we have four И у нас с женой четверо детей. We have eight у нас восемь внуков. and we have actually have one great-grandchild. and uh, i'm in a state of denial. Uh, denial. <laughs> never mind. so pray for me. okay. now. <laughs> let me. Uh, let me tell you. Позвольте мне поделиться с вами тем, что случилось или происходило со мной в служении. И я надеюсь, что теми свидетельствами, что я буду делиться, они помогут вам. You know, when I и когда я получил по-настоящему спасение, крещение в Духе Святом, мы были все такие в огне. Miracles, и мы верили в чудеса, healings, в исцеление, в изгнание демонов. Мы верили в силу Божью. И поговорим об этом на этой неделе. Но также мы говорили, uh, говорим о служении. У нас у всех должна быть позиция слух и служить в Царстве Божьем. Аминь. Каждый абсолютно должен делать что-то. Спасибо, что снизошли к нам. В моей молодой жизни

И делали очень много разных вещей. And, uh, Молитвенные служения. I'd help put up, help take down. Uh, расставить стульчики, потом собрать все стульчики. И делали простую, обыкновенную ежедневную работу. Why? Почему? Потому что ты любишь Господа. И ты хочешь послужить. Аминь.

люди думают что расставлять и складывать стульчики это маленькая работа а для бога это не маленькое дело если вы делаете это для него он видит это как большое дело помогать бедным детям это не маленькая вещь для иисуса it was a big thing. это большое дело аминь Посещать больных людей. Это не маленькое. Это большое. И я делал абсолютно все это. И только потом я осознал, что у меня есть дар учителя. Said, И люди начали говорить, Рик, ты хорош в учениях. I, I И я начал развивать этот дар. Я слышал о дарах Духа. И я услышал о дарах uh, Духа Святого. I began to move in the gifts of the И я начал двигаться в дарах Духа Святого. I began to я начал uh, пасти людей, как пастырь, опекать их. Я начал консультировать людей. To where they were я начал слушать то, где они были ранены. И начал молиться за это. Я был задействован также в служении евангелизма, достижение людских душ. Я делал абсолютно все это. И и потом однажды мы услышали о пророческом служении. И тогда это было абсолютно новым. Mysterious. Это было что-то а, загадочное, Strange. странное даже. But it was Но это было библейски обоснованным. So Поэтому моя сестра, моя супруга и я, мы начали интересоваться именно пророческим служением. И мы начали в этом ключе изучать Библию. И это самое важное, что вы можете делать. In the ministry of, uh, in prophecy, we began to move in prophecy. And so I was teaching in Kiev one day. I was teaching on the country of Israel. The development of modern Israel since 1948. О том, как развился Израиль uh, с 1948 года и в, в какой современный Израиль он превратился. И мне нравится учить об Израиле. И когда учение закончилось, я начал молиться за людей. Well, uh, we had had a little bit of experience with prophecy. И у нас уже был небольшой такой опыт с пророчествами, но его было немного. И после того, как я закончил учить класс, я начал молиться за людей. И я начал чувствовать, что Бог дает мне пророчество к некоторым людям. И и потом я начал за другого молиться. Like и я чувствую, что и к этому человеку мне Бог дает пророческое слово. Person, и со следующим то же самое. Now to, и to люди выстраивались в очереди, чтобы получить просто пророческое слово. И я начал and the высвобождать пророчество одно за другим каждому, кому Бог проговаривал. Я вернулся в Украину на следующий год. И Бог начал больше меня использовать здесь в пророчестве еще. И а потом я начал слышать хорошие отзывы о свершившихся пророчествах, которые были высвобождены год назад. We, we как мы высвобождали Слово э, и как Бог исполнял его за этот период времени. And as the years passed, God this of и то есть за вот этот э, год прошедший, получается, Бог увеличил это служение, очень сильно расширил его пророческое. И потом Бог мне начал высвобождать слово для всей страны вашей. И я начал думать, о, это уже интересно. И я был очень аккуратен с этим всем. Я не из фанатических сумасшедших таких. Я записываю откровения и очень аккуратен, чтобы их высказывать вслух. Но потом они начали происходить, эти вещи, которые я получал как откровение. И просто вот так и получилось, что Господь начал меня очень сильно использовать в служении пророческом. И и оно действительно началось и происходит в основном здесь, в Украине. И у нас просто свидетельство на свидетельстве об исполненных этих пророчествах. О тех пророчествах, которые исполнились. И люди говорят, «Ого, ты пророк!» И твоя жена пророчится. Well, you know знаете, как мы дошли до этого? You know we to to Через что мы прошли, чтобы дойти до сегодняшнего уровня? Вы не знаете. И точно уж я вам все не расскажу, как мы добрались до этого. Но знаете что? Библия говорит, что если ты верен в малом, Бог может доверить тебе тогда больше. И я говорю вам это, потому что я чувствую, что вам надо это услышать. Особенно, как вот это будет неделя Uh, учения, прог прог прогрессировать мы как будем. И я надеюсь, вы почувствуете силу Божью в этой комнате. Strong. Сильную. You're gonna feel И вы почувствуете ее сильно. You're gonna get the week's over. Я надеюсь, что мы все столкнемся с чудесами до того, как закончится эта неделя. For sure уверен И вы услышите пророческое слово, высвобожденное вас. И это приведет изменения в вашу жизнь, принесет изменения. И, надеюсь, это будет хорошая неделя. Ожидается хорошая неделя. Say. Но вот что я вам пытаюсь сказать. Если вы хотите добраться сюда, вы должны начать вот тут. И заложить хорошее основание. И шаг за шагом двигаться. Вы не идете от единицы к сотне сразу. Так не работает. Это не происходит так в вашей физической жизни. И также не происходит это в вашей духовной жизни. You go from one, вы идете от единички two, к двоечке, three, а потом к троечке, to four, to а потом к четверке okay? и так шаг за шагом. And I tell my son this regularly. И моему сыну я говорю это регулярно. В большинстве случаев. В большинстве случаев. Life is made up of Жизнь состоит из маленьких решений. Бывают большие решения в вашей жизни, весомые. Например, жениться, выйти замуж – это большое решение. Купить новый дом – это большое решение. Если вы должны From one to если There are big in life. если надо переехать с одной страны в другую страну, вот это называются большие решения. Но в большинстве случаев жизнь состоит из принятия маленьких решений. Yeah. И каждый из нас делал uh, плохие решения, выбирал. But if you begin to make good little decisions, но если вы начнете шаг за шагом принимать правильные решения, more and more, все больше и больше, чаще и чаще, day, каждый день, little things, в маленьких вещах, но если вы вот в этих маленьких вопросах и ситуациях начнете принимать правильные решения, when a year is over, когда год закончится, you can look back вы можете обернуться назад и сказать, вау. И сказать, ого, Lord, you did a lot in one year. Господь, ты сделал много за этот год. Mainly through little decisions. Через вот эти маленькие решения. And in your life with the Lord. И в вашей жизни с Господом. Praying. В молитве. Reading the word. Через чтение Слова. Rather than watching television. Uh, лучше, чем через просмотр телевизора. Huh? Helping somebody Через то, чтобы помочь кому-то uh, на вашем пути. Взять вот это решение, ободрять и ободрить кого-то, какого-то брата или сестру. Or, uh, uh, я слишком устал, чтобы позвонить. These are little decisions. Вот это маленькое решение. Но если вы будете делать много плохих маленьких решений, it'll put your life under a lot of pressure. это поместит вашу жизнь под сильное давление. But if you can make good little decisions, Но если вы наполните жизнь маленькими хорошими решениями, it's like a snowball going down the hill. это будет как снежный ком, спускающийся с горы, он увеличится. Okay. Хорошо? Хотите быть апостолом? Хотите быть пророком? Хотите начать церковь и вести, быть пастухом для церкви? Хотите иметь служение исцеления? Есть множество хороших вещей. Нет ничего плохого в и нет ничего плохого в желании э, хороших вещей. Но вопрос: готовы ли вы начать с маленьких? Мы называем это черной работой. Готовы вы выпуск, выполнять черную работу? Мыть полы, вычищать туалеты, расставлять и собирать стульчики, складывать их. Поработать в детском служении. Поработать с подростками. Готовы вы делать вот эти маленькие шаги и решения? И будете ли вы в этом постоянны? Постоянность. Молитва является ли важнейшей частью вашей ежедневной жизни? О, oh, я like oh, мечтаю быть, как Билли Грэм. Или как Бенни Хин. Или как Джойс Майер. That's, I be that вот хочу, вот как, как она быть. You, you Вы должны начать с маленького. Вы и должны научиться делать эти маленькие вещи хорошо. И вы должны научиться это делать постоянно. Say, вы должны быть готовы сказать, Господь, я готов делать все, что ты мне скажешь. Men, Некоторые молодые бравые ребята мечтают проповедовать. И они вот восторжены от, от проповедей. Но пол они не хотят почистить значит, они не готовы проповедовать. Аминь. Апостол Павел говорит вот что. К чему не прикасаются руки мои, делаю с всяким усердием. Знаете, что апостол содержал сам себя? У него не было телевизионного служения по телеку. У него не было служения по письмам. He support himself? Как он поддерживал самого себя? He makes tents. Tents. Да, он дешил палатки. И это не очень такая, как это назвать, фантастическая замечательная работа о которой мечтать можно и uh, шить палатки не соберет вокруг тебя огромную толпу люди не пройдут несколько миль для того чтобы посмотреть как кто-то сидит и шьет палатки но он был верен well. и он делал маленькие вещи хорошо и Бог продвигал его. Now many, many И в церкви есть так много всего, что надо делать. А все хотят быть пастырем или лидером прославления the или певцами. Все хотят быть большими звездами.

И у нас на домашке было до 60 человек. Leading the home group. Начните вести домашнюю группу. 60 человек. Нам приходилось арендовать второй дом, чтобы там дети были из этой домашней группы. И это была еженедельная простая домашняя группа. Мы просто были верными. У нас была другая домашняя группа. Там было два человека. Но мы были верными. Когда происходит что-то хорошо, или когда они шли не очень хорошо дела. Faithful. Ты должен оставаться верным. Ты должен оставаться в постоянстве. Prayer, Молиться и чтение Слова Божьего это должны быть основными вещами вашей ежедневной христианской жизни. И вы всегда служите, всегда кому-то служите в каком-либо ситуации или положения. You're of your вы даете свои финансы. Daily, I mean, weekly. То есть ежедневно, ежедневно, еженедельно, то есть постоянно. И никто об этом не знает. You don't get any attention that. И вы не акцентируете на этом внимание. But God sees it. Но Бог все это видит. And he's looking for you to be faithful. И Он и ищет и ожидает, что ты будешь верен. Be consistent. Будешь постоянен. And then you keep making those good little decisions. И тогда вы продолжаете накапливать вот эти хорошие, малые решения, дела month after month. месяц за месяцем, year after year. год за годом. And God's beginning to raise you up. И Бог начнет вас поднимать. You have power in your life. У вас есть сила в вашей жизни. You get your prayers answered. Вы можете получать ответы на ваши молитвы. Вы можете возлагать руки на больных, и они могут получать исцеление. Вы можете двигаться в духовных дарах. Господь делает что-то в ваших жизнях. Шаг за шагом. Вот так вы достигаете определенного уровня. Вы постоянно обучаетесь вечные студенты. You know вы никогда не достигнете положения, где вы уже все знаете. Вы в школе Духа Святого постоянно, постоянно обучаетесь. Graduate, вы никогда не выпуститесь, пока вы не попадете на небеса. Потому что вы всегда будете обучаться в школе Духа Святого. Вы должны быть обучаемыми. Так вы сможете достичь, чтобы вас можно было могущественно использовать Богом. Кто Рейшн. хочет, чтобы его Бог могущественно использовал? Я надеюсь, что каждый wrong. из вас по поднимет not руку. Это неплохо. Поднимайте руки, желайте этого. Это хорошо. Просто вы должны быть готовы пройти через каждый необходимый маленький шаг pay the price, и заплатить свою цену. And you'll get there. И тогда вы доберетесь. And on the way you'll have lots of miracles. И на пути вас ожидает много чудес. And you'll say, Lord, и вы можете сказать, Господь, это все было, оно стоило all worth it. того. Оно стоило того. Это удивительно, что только Господь может сделать в жизни отдельно взятого человека. Это удивительно. Если бы вы только могли, если вы можете записать, перечислить все хорошее, что может произойти в вашей жизни. If you're faithful to God, Если вы будете верны Господу, he'll do something bigger than that. Он может сделать даже больше, чем все то, что вы перечислите. Вы можете написать, вот я мог бы делать вот это, или мог бы служить вот тут, или делать эти дела. And if you stay faithful to God, но если вы останетесь верными Господу, Он даст больше вам, чем вы могли о себе думать. Потому что Он Господь. Давайте откроем с вами Ефесянам 3 главу, 20 стих. Now, at... Итак, читаем Ефесянам 3:20. Now, is the first word now? Mm, yeah, now in, to in English, yes, but in Russian, but them, who in... Uh... It doesn't say now in Russian? Okay. Now, in the English Bible, in Ephesians 3.20, the first word is now. Now.

Евреям 11.1. Первое слово ⁇ сейчас ⁇ Перевод звучит так. Сейчас вера же есть осуществление того, на что надеется, и убеждение в вещах невидимых. Евреям 11 глава, 1 стих сейчас, начинается faith стих, вера is. является. Возвращаемся к Ефесянам 3.20. Первое слово, опять же, сейчас тому, is кто может сделать. Сейчас. Или... Евреям 11:1 сейчас вера же есть, то есть с этого момента вера же есть. Ефесянам 3:20 сейчас к тому, is able. кто способен, now is, сейчас вера является, now he is able. и сейчас он способен. What's he able to do? Что же он способен сделать? Whatever you can believe him for. Все, во что вы поверите в него. И мы знаем, что иногда он может сделать то, во что мы даже не способны поверить, величественнее гораздо. We all know that. И мы все знаем это. But it says now faith is... Но написано в Евреям 11.1, что сейчас вера есть и ефесянам 3.20. Сейчас к тому, кто может, он способен сделать в безмерном изобилии больше, о чем мы просим или помышляем. Некоторые библейские переводы имеют «помышляем». В некоторых переводах в Библии есть даже слово «или воображаем». То есть now, даже превыше нашего воображения. Now, сейчас. He is able, сейчас он способен. He is able to do now, сейчас он может это сделать. Ask, больше, чем вы можете попросить. Think, или подумать. Или представить. Это Господь. Это Господь. Well, let's read the rest of Ephesians Давайте дочитаем до конца эту главу Ефесянам 3.20. Согласно силе, действующей в нас, Он может сделать что угодно. Согласно силе, которой мы позволяем действовать в нас.

To the level of your faith. но фактически все сведется к тому, что он будет способен сделать ровно столько, насколько позволит ваш уровень веры. Принцип понятен? Естественно, он может идти дальше, чем наша вера. Он может сделать больше. Но согласно уровню вашей жизни, он будет способен сделать только на уровне вашей веры в вашей жизни. Согласны? Аминь? Позвольте я поделюсь тем, что произошло на прошлой неделе с моей супругой и мной. На прошлой неделе в период четыре дня We have two У нас было два просто невероятных чуда за, за четыре дня. They were really They were а это были реально удивительные вещи, это были реально чудеса. Если я расскажу подробности, это просто снесет вас. But he did. So God did this. Но Господь сделал это. Uh,

И эта женщина вот сто процентов любит Бога. Faithful. Верная. But she was with a cane. Но ходит с палочкой. And we began to pray for her. И мы начали молиться за нее. Say, И я сказал: "Ты можешь ходить без этой дурной палки". Она тебе не нужна эта тупая палка. И дамочка начала ходить без палочки. Up and down the church aisle. И она uh, ходила вот в церкви туда и обратно. И я видел, как она это делала. Но она сказала, что даже без палки будет идти не только в церкви, а пойдет на парковку к своей машине и дойдет до нее без палки. To me, that was... A miracle, a mini miracle, some type of miracle. Но для меня это было одно из чудес, это чудо. Потому что она, в конце концов, пошла без палки. See, Он способен. Он способен делать above, больше, beyond. дальше, чем мы можем попросить, подумать или представить себе когда он это делает сей час now... в, в настоящем потому что в настоящем есть Вера now, room, again, каждый абсолютно кто в этой комнате когда вы были рождены свыше you received вы приняли веру в свое сердце. Everybody. Все. Но вы приняли эту веру в виде семечка. И это согласно каждому из нас старанием желанием чтобы развить эту веру. Мы хотим вырасти в могучее дерево превратиться. Amen. Да, аминь. Now, what's going to happen this week, И что будет происходить в этой неделе? У вас будет прорыв в семечко рождения. Вы просто, ну, прорыв получится, ростки веры у вас прорастут. igniters. Uh, igniters. igniters. Мы с супругой эти зажигалки, поняли, мы все поджигаем. Это часть нашего помазания. Мы зажигаем, вдохновляем людей. Get, you'll, you'll get И, вы... И вы получите это, потому что каждого из вас коснется сила пророческого слова. Okay. И вы увидите, что он способен сейчас делать больше и дальше того, что вы можете подумать, представить или вообразить. Amen. Аминь. Но после того, как мы уедем, вам необходимо поливать эти семечки. You gotta water it. Вы должны поливать ее постоянно With the word of God. словом Божьим. Вы должны правильные лучи солнышка направлять на это семечко. Через свои молитвы. Вы должны uh, сорняки убирать вокруг семечки. Маленькие вещи. Каждый день. Просто будьте постоянны. And then what? И потом, can grow so big, и потом, знаете что, дерево может вырасти таким большим, что птицы в жаркий день могут отдыхать в тени его листьев, ветвей. Так что это семя веры. Бог хочет взрастить вас в каждом в могучее дерево, чтобы другие люди могли that. прийти в ваше присутствие и как в тени хорошего дерева отдохнуть и получить успокоение, so you can be powerful in ministry. чтобы вы могли быть сильны в вашем служении. И я знаю, что вы все это хотите получить. I mean, you want to get there. Хотите туда добраться yeah. и стать таким? Если бы вы не хотели этого, вас бы не было на этом классе. И вы бы не были здесь, если бы вы не хотели этого. Так. 1975 год. Кто-то был жив в это время из вас? Really? You're in 75? Uh, ну, поднимите руки, 75. кто, кто существовал 75. в 75-м уже. Okay. Не, okay. В про, не, в проектах родителей. Well, I was, uh, well, was I? 70, 40, 50, 26. Yeah, I was 26 years old. Мне было уже 26 Now, 1975 was a big year for me. Для меня 1975 был большим годом. I got married. Я, во-первых, женился. That was big. Это большое событие. I visited Israel for the first time, 1975. Я впервые посетил Израиль в 1975. That was big. И это тоже событие огромное. Something very, very... И что-то еще очень такое удивительное произошло также. Я получил свое первое пророчество. В 1975. A young prophet came to our town. Юный пророк, молодой пророк приехал в наш город. По-моему, ему было лет 19. И в 1975 никто не разбирался в пророчествах вообще. И в те времена у нас еще были кассетные проигрыватели. Помните кассеты? Ну, кассеты даже я. И я сидел вот так вот в конце зала, как вот ты э, сидишь. And this prophet says, Rick, и пророк сказал, Рик, а ну иди сюда вперед. So I walked up there, и я вышел к нему. Он положил руки мне на плечо и высвободил в меня первое мое пророчество. 1975 год. Это как в каменном веке было. До интернета. Он высвободил определенные вещи. Мы записали это даже на кассету. И вот что он сказал. He said, Signs, Он сказал uh, чудеса, и uh, чудеса, знамения, знаки Would you будут следовать за тобой all the days of your life. все дни твоей жизни. And and чудеса, знамения, знаки от Господа будут следовать за тобой всю твою жизнь. Well, Итак, я был счастлив, и я ожидал, что все это начнет происходить завтра. И он другие вещи еще пророчествовал, и это были хорошие вещи в мою жизнь. И он сказал, каким мое будет будущее служение, то есть он проговорил пророчество в мою жизнь. И это пророчество, оно зал зародило что-то в моем сердце, заложило. И я не мог это просто выкинуть из моего сердца и забыть об этом. Даже когда потом случалось что-то страшно-плохое со мной. Я не мог это пророчество выкинуть из своего сердца. Я не мог выкинуть это из своей ей was, головы. Оно просто было сильным там. А много хороших дней было в моей жизни. Много плохих. Много вершин. Много падений. Но каким-то образом это слово все еще оставалось внутри меня. Сегодня, Сегодня я могу вам вот что сказать. Куда бы я ни пошел, ministry, где бы я ни служил, signs, чудеса, miracles, знамения и знаковые события постоянно. Постоянно. Он делает это. Он сказал, что он это сделает. He gave me his word. Он дал свое слово. Это не произошло тогда, когда я думал, что это должно произойти. Это не произошло так, как я себе нарисовал, как это будет происходить. Но оно произошло. Why? Почему? Faithfulness. Верность. Consistency. Постоянность. Готовность делать маленькие вещи. Готовна сделать вообще все, что угодно, все, что попросит for him. для Него, because he wanted it. потому что Он хочет этого. Only because he wanted it. Потому что Он этого хочет. And now I have a life, И сейчас у меня есть жизнь, которую я бы не поменял на жизнь никого другого бы в мире. Most blessed people in the world. Я могу отнести себя к и сравнить себя с самыми благословленными людьми на планете. I mean и я воспринимаю это очень серьезно, я таковым себя считаю. И в этом мире более 7 миллиардов людей уже. А я себя считаю одними из самых благословленных на планете. Потому что он верен. Потому что Он верен. And all he wants you to be is faithful. И все, чего Он от вас ожидает, это вашей верности. And be willing. И быть готовым. Позвольте мне помолиться за Everybody вас, и мы возьмем up. 10 минут перерыва. Привстаньте, пожалуйста, все. Я хочу, чтобы вы повернулись к вашему соседу вот так, yeah, вот так, за руки возьмитесь, it. вот так. Turn to that. Lady here, back there, okay. Look. Okay, now I'm going to pray a blessing over you. <inaudible> and then I'm going to ask each of you to pray a blessing over each other. <inaudible> now, Lord, Господь, the Word of God says, <inaudible> now faith is. «Сейчас вера есть». The word of God says, И Слово Божье говорит him «Сейчас do, тот, кто способен now, сейчас is. в настоящем вера есть, now, в настоящем он способен сделать». Lord, you're going to do something this week. Господь, ты будешь делать что-то в эту неделю. И я говорю это над этой замечательной группой мужей и жен Божьих. I release your power on them for я высвобождаю this week. твою силу над ними на эту неделю. That dynamic Holy Spirit power. Это просто динамическая сила Божья. I release it on them right я высвобождаю ее на них прямо сейчас во имя Иисуса. И верьте, что вы способны сделать. И ты способен сделать сейчас, в настоящем. Во имя Иисуса. Аминь.